Всем привет, меня зовут Станислав, и сегодня я хочу вам представить видеообзор на педаль от украинского производителя Storm Electronics, которая сделана по мотивам известнейшей педали Emma Rizofratis. Приступим к обзору. Собственно говоря, вот сама педаль. Я ее уже установил себе в борт, но не до конца. Вот тут всякое валяется. Жалко, что камера не может передать всех нюансов оформления педали. Смотрится просто бомбезно. Первая гитара, которую буду использовать в обзоре, это Gibson ES-339 Custom Shop. Следующая гитара в видеообзоре – это американский Fender Telecaster Deluxe с легкими изменениями, так как сейчас гриф родной находится на перелокировке и замене ладов. В данный момент стоит гриф от Fender Telecaster American Special.